Да, прям возле него. Что, вместе, да, работаете? Вон машина. Все-таки стоит. Подтвердилась, да, твоя, да, машина вот эта? А? А? Че, кого же за это? Интересно, она тоже. Интересно, можно постоять, да? А ой, я че, ты же говоришь, что не работаешь с ними. Я нигде не работаю, вон я таксую, вон, видишь? Ну да, а что ты здесь стоишь? Я сейчас вот заказы кручу. Да? Да. А что совпало так, что ты именно с Раимом стоишь? Где Раим сам? Оставил без присмотра, да, машину? Что за машина? Ребята, ты просто... Я вам ничего не делал. Ну да, я ты... здесь никакого отношения не конечно, имею. Конечно, конечно. Я перед Богом, я чист. Перед кем ты чист? Перед Богом. Да? Потому что я, клянусь Богом, я никакого отношения не имею. А что ты здесь стоишь? Вот он, я же говорю, таксую. Вот он, моя машина. Прям именно вот рядом с Раимом, да? Потому что я проезжал, проезжал. Я хотел спросить, что там насчет этого судья, что было? Что, он объяснил тебе? Сколько здесь стоишь уже? А? Сколько стоишь уже здесь? Ну, где-то 5 или 10 минут. Примерно так. Я честно говорю, потому что я вот, я говорю... Полчаса назад еще, полчаса назад сказали. Я говорю, клянусь Аллахом, я здесь только это, никакого отношения не имею, потому что я один. Это тот самый свидетель, который был при составлении протокола за тонировку. Вот, вот этот. Он там 6 или 5 часов простоял. А где Рейнис? Смотри, Рейнис, отвечайте, не подходит. Ну, подошел, Рейнис, подошел. Я на фирме работаю. Ты этот? Потому что сейчас, прямой, данный что? Момент, данный не... момент. Сейчас она пробка, во-первых. Ага. Тратится, они соберут. Потому что с одного клиента заберешь, пока доедешь, клиент уедет. Да, да, правильно, конечно. Ну вот, ну, я никакого отношения не имею. Я говорю еще раз. Перед Богом, клянусь Аллахом, я никакого отношения не имею. Сейчас с Раимом придет еще, с Раимом поговорим. И вот. Ребята, я здесь никакого отношения не имею. А все, мы поняли, что-то. Тебе вопрос. Просто то, что я вас вот второй раз вижу, живую, да, потому что я в интернете постоянно, да, разговариваю. Я всегда смотрю. А что вот человек тебе говорит? Что он говорит? Слышь, у тебя слух хороший здесь? Почему можешь на 23 да слышать, когда стоял, вот я слышу, человек там говорит. А что ты разговаривал? Ты не знаешь, о чем разговаривал? Ты же слышишь, оставим 20 лет, слышишь, что ты человек говорит. Ты же так стал судить, ты стал, оставим 20 лет, но слышишь, как он что-то тебе приехал. Нет, потому что он... Это супер слух, да? Слушай, вот так, ты суть этого слушай, потому что я здесь, то, что было, я тебе, я не собираюсь обманывать кого-то, да? Тот самый свидетель, который можешь слышать, мы оставим 20 метров. Я тебе еще раз говорю, потому что я здесь никакого отношения не имею, потому что я вот, моя жизнь, это другая. Да все, мы поняли тебя, ну что ты что? Салам. Ну, мне зовут Трет Пугишвер. Анча был уже? А без присмотра алтарь рез нору? Нет. Машина, где была тапшир кой нору? А что, ищем жоку, гриб, а мне? Я был служебный машина, без присмотра алтарь кой тесим шинь. Сен мен иштебей бул? Ну. Таксист келип токтолот, эмне болду деп айтты. Жок, бул тааныйсың да бул кишини? Свидетель, э? Раим, сколько он здесь стоит, сказал? То, что ты мне говоришь, снимай хочу. Я да? Видишь, он говорит, 20 минут здесь стоял. Я здесь, я тебе говорю, я тебе говорю, потому что я 10 минут назад приехал, я до этого проезжал. Ты сказал 5 минут? Клиента отвез, обратно я его увидел, потом остановился, я сейчас вот... Клиент заказ выйдет, я уеду, потому что мне сейчас в одном месте стоять, знаешь, в таком пробке, в такой пробке. Мне надо эту семью кормить надо? Надо. Да, у меня да, двое детей, растут. Просто видишь, на жалобы поступали, то, что ты ранее с ним да, работал. Да. Нет, слушай, я тебе вот честно даже скажу. Даже вот да? Про Матис Белый говорили. Да, я тебе честно скажу. Ага. Вот открыто. Я здесь, вот то, что там, то, что вот, вот здесь на дорогах, я днем и ночью работаю. Угу. Я просто волнуюсь, я тоже такой же, как и он. Я водитель. Бывает в таких моментах разных, да? Останавливает, остановился, что, нарушил. Я же не буду отпрыгивать, я не нарушил да, этого. Да, этот, милиция раньше работал? Честно говоря, это уже давным-давно было. Ну, работал, а почему ты на суде говоришь, что ты не работал? Нет, я сейчас в данный момент, тогда я уже
в этот момент я не работал, я только хотел устроиться, а потом я уже понял, да, не, что жизнь уже не та уже. Не, я тебя на суде спросил, ты же работал, оказывается, вообще. Я тебе скажу честно, я тебя вот обманывать не собираюсь, вот штаны-то ношу. Ага. Вот, у меня вот такое, я вот тоже хотел, да, хотел в этом сфере, хотел работать, угу. Но потом, на это моей семье кто будет кормить? Никто же не будет кормить, конечно. Если я уйду. И так сейчас у нас в семье с женой, я, честно говоря, я ругаюсь, да? Угу. Из-за того, что недостатки денег, я не могу оплатить вот школу детей, садик я могу платить, а заплатить. Не, ну это поэтому с утра до вечера, с утра до вечера я работаю. Угу. Потому что, да, я ночью иногда вас вижу. Честно говоря, вот, мне такого нету, да, что против вас что-то иметь. Да, дело не в том, что против вас, ты просто... На суде зачем вот это все говорить? Нет, я тебе скажу, потому что я тебе отвечу. Я не отпрыгивать никогда не собираюсь. Вот. Я вот так все. Серьезно? Я говорю, блядь, короче, приколит, там даст спать, почему ты когда отдал, прикинь? Еще не мрай, еще не. Я вам очень вам верю. Че он хочет? Че он сделал? Радар тебе оставил? Радар? Ты что делаешь, Раим? Не вот. Радар. А что ты не уехал с радаром? Кинули. Улик. Гош отпрыгнул. Что это сейчас было? Да ну что было? Это как вообще понимать? Я чего хотел тебе? Приперлись, блядь, надо, блядь. Не в тем пришел, надо вот тебе уехать, блин, с Адаром, блин. Вола, знаешь, что он делает? Он пошел туда, короче, Радан начал спать. Улику Радан наш отдал свой, короче. Да, говорит, блядь, короче, приперлись на Радан спать, короче, улику Радан отдал, прикинь. Это же мы на нем приехали, что так спалился, а? Раин, как непрофессионально получилось с твоей стороны, а? Раин, как так можно? Мы хотели спать, что типа он не работает, понимаешь? Типа просто Радан спать решил от нас. И пошел к нашему другу радар отдал, прикинь. Гаишник оставил. Сказал ему. Савхтар. Гетцин. А зачем он давал? Ну хотел спрашивать, что типа не работает, понимаешь? Просто вода сюда решил от нас. И пошел к нашему другу радар отдал, блин, ну до конца, блин. Ну сейчас даже руководство не вызовешь, да, а что они мне делают? Да что вызывать, зачем вызывать руководство, смысл вызывать? Это, короче, капец полный. Да, ребята. Я вот тоже постоянно вижу, да, снимайте на камеру, потому что, да. Есть такие же моменты, которые... А ты зачем рядом с ним стоишь? Я вот честно скажу, я говорю, вот остановился, потому что я хотел спросить насчет чуде, чего было. Потому что я сегодня не был, потому что мне надо было родительское собрание. Мне позвали. Я вот честно скажу, это было... Тут ты спросил бы, вот тебе 2 минуты максимум уйдет спросить. Ты я здесь спросил. Уже полчаса стоишь. Да. Нет, слушай, я спросил насчет этого. Потом мне надо было заказ выходить, потому что в этом районе сейчас оно сразу не выйдет. Вот видишь, я сейчас вот... Стою, жду. В этом районе. Если какой-нибудь, если близко к этому... У тебя обязательно возле него стоять? Место-то открылся, я потом встал. А то я не собираюсь. Мне просто, видишь, говорил. Я бы не приехал. Тебя не один раз видели рядом с ним. Нет, ты что, постоянно возле него заказываешь, что ли? Нет, бывают такие моменты. Вот так, проезжал, вот увидел. Потому что я хотел спросить насчет судей, что было? Нет, что ты было? Честно скажи, милиция сколько работал тут? Я хотел устроиться в этот момент. Говорят же, что ты тебе тут типа КТР охранял, потом этот, в инкассации работал. Я тебе скажу, то, что было, говорят, да? Я тебе скажу честно, ложь это. Обман. Нету такого человека, который я вот хотел в этой сфере поработать, но у меня, знаешь, семья не подвижит. Почему? Потому что я один вырос. Я матери нету. Мне нету такого толчка, чтобы мне помогали, да? Все, нету ладно. Такого. Че ты? Стой, болот, лапша есть, лапша. Все, давай, ладно. Давай, беру лапша здесь. То, что там перед Богом, я уже. Давай, болот, это. Ага. Понял, да? Да, понял, все. Понял. Давай. Болот, дай лапшу, без лапши.